Всем привет! А у нас сегодня была на завтрак очень вкусная пицца из армянского лаваша на сковороде. Обязательно приготовь эту вкуснятину за 15 минут. Для начала обжарьте грибочки на сковороде. Далее нам понадобится свернуть армянский лаваш в рулетик, нарезать его ножом либо ножницами. Так даже будет удобнее. Теперь к яйцам добавляем молоко, соль, перец, взбиваем это все вилочкой. Начинка у нас получается грибы, помидор, пекинская капуста, зеленый лук, сыр и яичная смесь. На сковороду выкладываем армянский лаваш, далее заливаем это яичной смесью. Сверху у нас начинка помидоры, грибы, зеленый лучок, пекинская капуста и сверху все это посыпаем натертым сыром. Накрываем крышкой минут на 10. Безумно вкусный завтрак за 15 минут готов. Всем приятного аппетита, мои хорошие. Пока-пока.